Смерть скупца, смерть искупец, смерть скряги, смерть ростовщика. Картина Иеронима Босха. Дендрохронологический анализ определяет возраст картины около 1494 года. Ранее назывались даты от 1490 до 1500 года. Авторство Босха не оспаривается. Скорее всего, это не самостоятельное произведение, а внешняя створка утерянного предполагаемого триптиха – алтаря «Семь смертных грехов». Сильно вытянутый вертикально формат и диагональное построение композиции придают картине сходство с алтарной створкой. По размеру она совпадает с оставленными вместе с подобными работами «Корабль дураков» и «Аллегория чревоугодия и любострастия», так что вполне могла бы быть наружной стороной другой, парной к ним створки. Все эти картины дополняют друг друга. В них раскрыта тема человеческой греховности, позволяя охарактеризовать сюжет некогда объединяющего их триптиха как «Семь смертных грехов». Центральная панель утеряна. Что на ней было, неизвестно. В начале XIX века работа находилась в Англии. В начале XX века она попала на британский арт-рынок. К 1932 году ее купил бельгийский дипломат барон Йозеф ван дер Эльст из Брюсселя. 17 марта 1951 года он продал ее фонду Сэмюэля Кресса, Нью-Йорк, который пожертвовал его в Национальную галерею искусств в Вашингтоне, США, в 1952 году. С тех пор она находится там. На картине изображена узкая и высокая спальня, в открытую дверь которой уже заходит смерть. Правда, без косы. Ангел-хранитель, поддерживая умирающего, лежащего в кровати с балдахином, пытается обратить его взор к лучу света и распятию в оконной нише. Однако человек всецело все еще занят помыслами о тех богатствах, с которыми ему придется расстаться. Одной рукой он тянется к мешку с золотом, который подсовывает забавный чертик из-под шторки. Другой бес с крылышками облокотился на барьер с переброшенной через него красной мантией и прислоненным к нему рыцарским мечом и другими доспехами. Власть и высокое положение человек тоже теряет, уходя в мир иной. Сцена смерти отодвинута на задний план, а ближе к зрителю изображен этот же скупец при жизни, складывающий монеты в мешок, который держит тот самый бес, заманивающий скупца на смертном одре в ад. Человек в ногах кровати почти наверняка олицетворение умирающего в прежние времена. Здесь угадывается аллегория на тщетность скупости. Не тратя деньги на благо, а складывая их в сундук, скупец всю жизнь копит для черта, а не для себя, и черт этими деньгами утащит его в ад. Крылатый демон, лежа на полу, держит листок бумаги с восковой печатью. Предполагается, что это документ свидетельства деятельности, в которую умирающий был вовлечен в прошлом, например, давал взаймы деньги под высокие проценты, занимался ростовщичеством. Смерть медлит, нацелив стрелу и готовая поразить скупца, ожидая его решения, поддаться бесу
или провалиться в ад, или последовать за ангелом в рай. Исход сюжета не предрешен. Композиция картины служит своеобразной иллюстрацией к популярной в XV веке богословской книге «Искусство умирать», многократно переиздававшейся в Нидерландах и Германии. В этом маленьком руководстве описываются искушения, которыми одолевают умершего легион бесов, собирающийся у смертного одра, и то, как его ангел-хранитель всякий раз дарует ему утешение и силы противостоять им. В книге победу одерживает ангел.